бесит бак. Вот выбираю какой-нибудь сервачок. Вот 17 на 18. То есть есть свободное место. Жму соединение. И хуй нарыл, никакой реакции, вообще ничего. Иду на какой-нибудь пустой, блядь, сервак. Жму, нихуя ничего не происходит. Какие ж пидорасы такое могли сделать, а? Пиздец. Ну и хуль ты вот, блядь, хуй, вот хуй она движется, блядь. Пиздец, а? Вот куда ты движешься, дур ты тупая? Как тут нахуй сделать, чтобы эта хуета не двигалась, блин? Пиздец. Или другой вариант. Подрубаешься, и она вот так вот висит. Висит, висит. Хотя это сервер московский, там написано, казалось бы, за 3 миллисекунды должен подрубиться. Как посоветовали, установил мульти GPU в ноль. Мульти трейдинг девайс в единичку. Нихера, в общем, не помогло. Лагает. Кстати говоря, действительно, если в графику не вглядываться, то она так нормально выглядит, в общем-то. То есть, если просто так вот бегать и, так сказать, следить за врагами, пытаться сконцентрированно, а не лазить по нычкам, то, в принципе, нормально так пойдет. Что-то мне даже карта нравится, в общем-то, в графическом исполнении. Благодаря освещению такому хорошему. Прикольно, в общем-то, выглядит. Графика зависит от карты. Вот, к примеру, другая карта. И здесь уже даже в том режиме не приглядывания она выглядит похуже. Охереть, Припять и это. Как его? И сталкеры, это хуйня. Ну, вообще она называется... Блять, как же она... А, ZRLGLS дуга. Вот тут ее сделали. Также не хватает того, что вроде не нашел настроить как прицел. Тот, что есть, меня не очень устраивает. Вот что-то хреново видно. Конечно, то, как передвигаются персы, это, конечно, пипец вообще полный. На это уже тяжело закрыть глаза, слишком рвано как-то и так далее. Физика стрельбы тоже просто ужасная. Во-первых, аркадная. Ну, в основном, конечно, то, что аркадная. Тут даже особо комментировать нечего. Как-то не получается так с душой как-то пострелять, что ли. По-нормальному. Какая-то не перестрелка, а херня получается на самом деле. И слишком быстро шевелятся, в общем-то, игроки. Человек может еще быстрее двигаться, но не в постоянном таком режиме, а тут прям, ну это пипец какой-то. Еще бесит, что слишком быстро чувак умирает. Не, понятно, что если выстрел в башку сразу, но тут как-то не чувствуется, что, к примеру, вот по ногам попало, вот там. Еще куда-то попало. Как-то в основном раз и все, короче. Сразу перс подыхает. Что как-то хреновато ощущения вообще такие. Что хоп, бежишь и хоп, сразу же все, как бы. Как надо помягче, что ли. Вот она, эта херня. 150 метров в высоту. 800 в длину. Не, конечно, классный уровень в этом отношении. Молодцы, что сделали. Кстати, постепенно игра разгоняется, как было высказано одно из предположений, что нужно ей просто прогрузиться по-нормальному, и она лагать перестает. И тут вот действительно уже с где-то 30-40 FPS она уже делает.
А лагает вначале из-за того, видимо, что грузят как бы все в память по-тупому. Еще не очень нравится, что слишком быстро меняются карты. То есть пару боев и уже идет смена карты. Соответственно, идет протормоз, загрузка. Хотелось бы все-таки как-то побольше на одной поиграть. Что-то непонятно, куда мини-карта, блин, делась. Хер поймешь, как ее включить. С винтовкой штурмовой М16 или какая там Кольт, не Кольт. Не понял, как переключить, чтобы не была стрельба очередями. Вроде облазил все кнопки управления, ничего особо не нашел, да там их не особо много. Вот так вот. Кстати, здесь во всей красе проявляется та хрень, что из пистолета в спину выстрелить, и человек отлетает просто там на полметра или на метр. Хотя в комментах какой-то игре мне там все доказывали, что человек от выстрела вообще не отлетает. И так далее. Все-таки анимация передвижения это какой-то пиздец просто. Пизда, парнишки. Смотрим сейчас, как съебывать будут чуваки. Уин, пхуярили, бля, вообще пиздец. Это я вообще хуею. Как хуярит. Это даже наполовину не похоже на реальность. Как в реале бегают люди. Вот я понимаю, в контре было, пипец. Там очень сильно похоже, там как-то замедленно, что ли.